Привет, друзья, суббота. Сейчас поедем на оффроуд. Поправил клемму. Не поправил. О, сейчас должна завестись. Сейчас накал. Все четенько. Вот. Мы их перелетали. А куда он едет? Он хочет вперед. А вы уже ехали? Да. И что, выиграли? А на чем ехали? На додж? Додж победил. Додж победил. Победил. Так, серьезный пилот чуть не проехал, да? Выше, выше. Так на выбывание без времени, да, Илиш? На лучшее время. Тут все. Как много людей. Ох, какой газик модный, елки-палки, я и не видел. Это короткая трасса, да, совсем или же? Это одна из... Это первый только? Так надо ехать. Вот это заявка на победу. Это заявка. Ого! Хоть трассу посмотреть, пойти. Ух ты, что? Серьезно, тут вон. Серьезный блогер здесь уже давно. Ты тут уже давно, да? Сначала. И что, тут нормально? Ну, едут. Так, ну онлайн что-то не хочет идти. Это привет. Привет. Это пилот. А ты на чем сегодня? На Сузуки. На Сузуки? Да. Так, полетел. Это заявка, облегченная, даже стекол нету местами. Это Игорь, наверное. Так, смотрим, где трасса, сейчас тоже прокатимся. И на финиш. Нормально. Надо идти за номерами, короче, да? Как твое состояние? А где Бородач? Он не приехал? Я не знаю, кто это такой. А, вообще не знаешь его? Нет. Такой с бородой Дед Мороз. Или только зимой он бывает. Так, сейчас Саня покажет, как надо ехать. Это серьезный пилот. Он на триподорах или нет? Что-то я не пойму. Да? Я, кстати, крепление тебя не понадобится. У меня? Сзади. Опять? Как у нас завода такая была. Сатуру натягивает фонары. Ну да, опасно. Ох и бросается. Триподор — это самая лучшая резина на свете. И они покажут, как надо ездить, да? Ну сейчас посмотрим. Ух, елки. Триподор, да. Только они с полдороги поехали домой. Да, с полдороги включили заднюю. Ну, просто, ну, с непривычки, может, крепатура была, знаешь. Как дорогу главное запомнить, Макс. Ты будешь клеить наклейки? Номера. На. На что, будем ехать? Ну, конечно, номера в кармане уже. Иди клей, сейчас поедем. Ох, елки. Как бросается. Да. А ты не тот лысый из Бразерса? Не. Он сейчас его алмаз запустит, Wi-Fi будет. Уже? Ну, он... Ой-ой-ой-ой. Это а как самое нач... быстрое видео, которое я только видел. Вы снимаете сейчас. Это самый медленный заезд. Медленное. А потом ускорим. И мы как час рванем. Ух, он рвет, посмотри, как сильно рвет. Толик, хочешь, чтобы гонки были более нормальные для видео? Для старшей надо наливать по 100 грамм. Вот серьезно говорю. Мы здесь сочетаем. Так, вот он едет. Я считаю, это классно. Нормально.
Собака-барабака тут. Я так испугался, думал, енот или этот. Питбуль, думал, троещинский? О, вот какая серьезная машина. Это не та, что за 23 продавали на авторе? Это прилуки. А, это прилуки? А, да не, киевские номера. Ну, а майки прилуки. Да то, кто-то майки может только просто. А что это за пилот какой-то? Ну, он прилуки же наклеено. Какие-то... Да это майки купили просто. А окна закрыл, слышишь? Он там потеет, наверное. Ну, тяжело идет очень. Очень тяжело идет, хотя машина очень модная. Сколько еще спецучастков? 4. Ну там есть хоть шансы у нормальных машин или нет? А? Все на скорость, да? А, тогда есть шансы. Это известный очень семидесяточник, я бы его назвал. Очень известный семидесяточник. Ретро. И штурман, и машина. А я тут и не развернусь, наверное, в один раз. Или развернусь. Да, на заднем приводе с заносом надо заходить будет. Смотри, как идет вообще. По-суровому. Ну, первые, наверное, те, кто ехал, тем было легче, да? Или раскатано было? А? Лучше был, да? А, что еще и по два круга делают? Конечно, в одну сторону, а в другую. Так я уже опоздал, да? Или еще нет? Проедешь в одну сторону, а потом в другую. Ну давай сейчас. Поедем. Одноцилиндровый ГАЗ-69. Теперь второй. Нет, отключаемые цилиндры, как у Хэми, да? Как у Хэми, да. Сотка едет. А я смотрю, Руслан говорит, сколько подписчиков? Смотрит 10 человек, думаю, это что? Хотя бы ночью 10 человек. Как это происходит? Так продал газик? Да нет. Есть у меня на примете. Ты едешь. Есть покупатель на примете, если что. А ну сотка выйдет. Блин, какой красавчик. Бодя, а сколько тебе лет? Красавчик, давай. Задумался, сколько мне лет? Ты мне нравишься. Ну было же меньше просто, он не привык к этой цифре еще, да? Все, застрял. Не, ну машина хорошая, но не выйдет, наверное. Все больше, сейчас выйдет. Не слышишь. Блин, подскажи. Давай, давай. Ближе давай, подойди, идет, пусть окно откроет. Идет. Да, блокировки надо выключить. Потому что с блокировками точно не выйдет. Глумятся, в общем. Бодя, ну ты выиграешь сегодня или нет? Так давай ты между ним там. Красиво. Это оторвалась тяга Панара у нас. Это такие сварщики. Да я просто... Боюсь, я точно... Полностью оторвано? Оставлю, где? Да? Вот, смотри. Ну, вот. Смотри. Я не вижу, где она оторвана. Ну, посмотри. Ну, надорвана, не оторвана. Да посмотри ты. Ну, это ж посмотри. Держится. Смотри. Угу. Потом, иди сюда, смотри. Вот, смотри. Не, ну еще пока держится. Да не, сейчас ее оторвет, смотри. Ну, оторвет, починим. Ты видишь? Да вижу, вижу. Лопнула там немножко. Смотри, вот ты когда едешь, она вот так вот делает. Смотри. А, вижу, да. Ой, амортизаторы как-то нечетко сзади тоже держатся. Подварим потом. А ты сейчас на первом еще. Да нет. Так рычагов уже сколько? У нас же много рычагов, я думаю, выдержит. Да, да. А, надо же спуститься. Конечно, спуститься. Не, на какие прогнозы? Ух ты, елки как залетает, красавчик. Малой вообще красавчик. То есть потом сам узнал. Гена, ну расскажи, какие прогнозы. Да какие прогнозы? Нам бы дали, наверное, не потянем. Газик треба. Газик, да. Без газика, без газика жизни нет. Так, что тут Руслан делает? Ага. Спускает. Мы утром качали, он теперь спускает. Видите, как не ценит наш труд. Шаровик. Нету зажим. Нет, то ножом быстрее. Все, мы готовы, наш выезд. Жека. Иди снимай их, едет подписчик, Женя едет на Шевроле Ниве. Да Женек может... Женек может пошел облегчиться. Может он не хочет ехать, думает... Но он не хочет, я клею. Я клею, он говорит, там нафиг оно надо. А ты видел, какие он колеса поставил? Да, конечно, и шноркель. Ну,
В принципе, к таким колесам шнуркель обязательно. Жека! Пулемет! Женя, Руслана, подписчик! Ну все, его нету, я терял, он сдулся. Саня, я прикрасил тут автомат. Что, я надеюсь, что это не так? Где Женя, где Женя? О, все, мы выезжаем. Все, сотка уезжает, думает, ну его, я нигде не еду. Так, чемпионы на старте. Камеру основную включил. Да включил, включил. Так, сейчас посмотрим, как практически стоковая Нива покажет. Так. Тапку в пол! Сразу тапку в пол! Вторая пониженная. Готов? Один, два, три, поехал! Вот такое, как будто он без пониженной поехал просто на второй. О, нормально. Так смотрите, еще Нива победит. Эвакуация. Саня, привет! Я подрабатываю на полставки. Руслан спускает колеса. Я думаю, этот тебе не заплатит. Я тебя разочарую. Ты у него сразу проверь, паштет есть или нет. А то толку с него. Не, я просто взял у него камеру, чтобы почаще говорить, что все подписывайтесь на канал Яна Оффроуд. И тогда вам будет счастье. Ну да. Потому что он редко это говорит. Рад, да? В кадре, да. Приходится чаще говорить, я на оффроуд. Скоро там будет запускаться вообще женский оффроуд. О, ты смотри, какие эти самые, да, у них. Руслан на старт выезжает. Сейчас покажет, как настоящий УАЗ едет. Или не покажет. У него там оторвана тяга фонары сзади. Видите, как болтается. А у него там фонарообразный рычаг. Ты видишь, оторвана. Оторвана. Не вижу. Тяга фонара оторвана полностью. Посмотри на нее. У него хорошо хоть образный рычаг есть. Может, где-то сейчас не будет. Образный, да? Да, может, образный. О, класс, Виталик. Надо поворачивать, да? Ну как так, Руслан? Первое же место должно было быть. Смотри, еще и заднюю сдает. Не, так бы первое место так точно не победим. Да, не победим. Так, Руслан возвращается назад. Давай, давай, тапку в пол, тапку в пол. Класс. Это за то, что не там поехал Динамо. Старт не надо ему, нет? Просто покататься. Какой же проезд? Ты видишь, выворота и тут не хватает. А на твоих хватило, да. Но я бы чуть-чуть юзом его упустил. Ага. Я чуть-чуть занос пошел, у меня что же, я выворот маленький. На финиш. По правую сторону дерева. Чуть не застрял. Тихо, блин. А что, вы быстрее проехали? Сейчас, это же только первая, это разминка только. Чуть не проехал. Подъезжай. Думаю, да. Да блин, накопали стоковую машину последней. Витя, цепляй! В заднем приводе. Красиво. Пытается отравить соперников, да?
Витя отравить тебя хочет, чувствует соперника просто. Так, следующий. Ну, пока не застрял. Без воды так замыливается. Вроде нет протектора. Нормальное кино тут. Связь, я так понимаю, вообще никакая, да, наверное, друзья? Сейчас будет экшен. Следующий подъезжает. Все, что, эвакуатор застрял. Надо звонить 333-33-33. Не, не надо, испугались. Еще. Витя, вот что ты сделал с человеком? Он себе ездил по городу на новой машине. Блин, завалил всю трассу. Ну, ленты целые? Все целое. Тут хороший мотор. Тут все хорошее. Две блокировки. Пневмо. Шины, все тут в порядке. Осторожно, Витя. Красиво. Красиво. Сейчас Макс будет ехать. Первый раз. Ну, не первый, он катался, но в соревнованиях не ездил на моей машине. Макса нельзя оставить без заезда, потому что он тогда теряет мотивацию и может не поставить коленвал. Так, пилот уже в болиде. Двери ты закрыл, не? Да, да. Закрыл. Сейчас я ту проверю, подожди. Там серьезные, не-не-не, все отлично. Чуть, может, вперед сильно спустил, не знаю. Сейчас в противоположном направлении, мы чуть опоздали, но не сильно. Так, хорошо. Ну, начал лучше, чем я. Да, да, да. Так подожди, это ж пока по ровной дороге, сейчас повороты начнутся. Сложно с гидравликой. Очень сложно. Красавчик, нормально. Ну что, быстрее меня, Толян? На секунд... на 3 секунды быстрее. Ну, блин. Ну, я начинающий просто. Лучше смотрите сами. Я не подсказываю, какую для себя выберете более, выверять. Готов? Не будете. Эвакуатор стоит уже, чтобы не боялись. Ух, елки. Забросал землей, блин.
едет эвакуация. Так, эвакуируют вперед. Грязь не хуже, чем в Чернигове и в Прилуках. Очень классные тут места. И каждая низинка вот в такое превращается. Ну и воды там есть дальше, сейчас будет больше, сказали. Мстит! Школа бородача, да? А где ж бородач? Наверное, на душной троещине, да, где-то в гараже. Михалыч, продолжай! На лебедке. Гидравлика, долго все это, понял? Долго гидравлика. Надо просто в таких местах. Надо снижать скорость и просто плавно зайти, ты больше выиграешь времени, чем вот это вперед-назад. Понял? Лучше медленно проехать этот кусок. Но это уже, видишь, понимаешь, когда проехал. Думаю, что если второй раз ты и я сейчас бы ехали еще по разу, то лучше бы очень сильно. Так, тихо. 37-е триподоры сейчас застрянут. Нет, это серьезные шины. Проехал, да? А Toyota же на время же еще ждет. Как это время? Ну, подлебедился ж сам. Не, резина. Резину, да, надо купить. Блин, серьезный внедорожник. Надо продавать. Натяжку. Замылены сильно шины. Не хватает зацепиться. Толик, а теперь по третьему кругу все еще раз. И будет нормально. Не-не, через минут 10 по третьему, еще рано. Сейчас ждем. А, не, уже можно. Олежек, надо продавать. И чем она лучше, чем Шевроле Нива, скажи мне? Надо продавать, что машина неудачная. А что, хорошая машина. Вот это мне больше нравится. Тут, вот смотри, есть цифры. Если застрял, звонишь, тебя вытаскивают. Хрен кто приедет, они все здесь. А есть там еще пару запасных. Бородач. Все, каре, отлично. Вот сейчас будет хорошо. Ты на заднем, Олег. Ты на заднем. Toyota продолжает борьбу, но неудачно. Не кричите, бородач на связи. Заболел. Паш, ну дай хоть и не мог покататься туда. Не коронавирусом пойдет? А я уже спрашивал. Ну, вроде да, говорит. Что. Ментам ничего ночью не говорил, что надо делать? Ну, по бумажке от Руслана. Не забывайте.
не забываю, то есть его как Библию надо на ночь перед сном читать. Чтобы в любой момент не сорвался, а сразу по начитанному. Так а что у тебя, чем ты заболел хоть? Плохо чувствуется, все. А, то та же самая херня. Это... Та же самая херня. Возьми нормально коньяка, бахни и все пройдет. И отдохни на недельку. Хорошо, добренько, то мне неудобно разговаривать по Руслану телефону. Пока, бородач, выздоравливай, друг. Давай. Не, ну без бородача, конечно, это не жизнь вообще. Внимание, у бородача коронавирус. Он не приедет. У него, у Зеленского жены, да? Да, у него, у Зеленского жены. Вот это совпадение. Не страшно, Рус. Да? Это только очень знаменитых людей. У бородача коронавирус? Да, да, у бородача коронавирус. Я у него машину делал недавно. Макс, кто? Я извиняюсь. Что тут? Технічна допомога. Їде допомагати. А у нас план такий, залята щось Тойоту. Точніше, пілотом замовить залята, мабуть, не саму Тойоту. А, он показал, как проехать надо. Ехать надо вот так. Пока! Вы не туда поехали, вот так надо было. Смотри, как я умею, да? Слышь, а мигает ему фарами, чтобы уступил дорогу. Подожди, штурман убежит, стой. Подожди, еще не. Так, сейчас будет экшен. Ой, жестко. Еще, еще раз назад. Подтекай! Хорошо, подвел. Хорошо. Да, дергнул. Переезжаем на следующую сушку. Сейчас должно быть лучше видно. Сделаем жеребьевку и по мере очереди. А эти нагрузки выдержали, да? Это самая легенькая. 8 тонн? Да что-то да, есть больше 12 чем-то тонн, она охеренная. Не, ну ты видишь, что динамика? Да, да. Как он рванул, и она не порвала. А вот вы увидите на старте, и Тойота взлетела, да? У отца просто такая в «Жигулях» еще с 70-х годов. Так это она, наверное. Это барсеточники сработали и продали Витальке. И он никогда ее не порвал. Сколько мы Нивы там тягали, и все было классно. Макс говорит, с Нивы начинал. Ты знаешь эту историю про... С Нивы начинал? Конечно, Макс с Нивы, еще в детстве. Не, ну, я, конечно, с Нивы не начинал. И по «Жигулям» тоже, ну ж. Я по «Жигулям» больше силен, да. Витя прислал мне, пока все 16 не прислал «Жигулей», но где-то штуки 3-4 есть там, да? Там пятерка, пару восьмерок, да. Одна копейка. Так, ну что, поехали.